сейчас я представлю вам артистов ансамбля «Сябры», клавиши, инструменты, Богдан Карпов, бас-гитара Валерий Подуков, гитара, солист ансамбля Святослав Ярмоленко, гитара соло, солист Александр Камлюк, ударные инструменты, генеральный продюсер коллектива, заслуженный артист России Артур Цумая. Солист ансамбля Сергей Герасимов. Композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси Николай Сацура. Солистка ансамбля Олеся. Бэк-вокал Евгений, Татьяна, Артем. Ансамбль «Сябры».